Добрый день, дорогие друзья. Спасибо. Начинаем закрытую лекцию на тему «Женщины в современной армии». Итак, что ж такое женщина? Некоторые военные аналитики относят женщин к новейшему психотропному оружию третьего тысячелетия. Многолетние испытания показали, что вид бегущей голой женщины в состоянии деморализовать любого противника, полностью разрушив его психику. Военнослужащие, подвергшиеся женской атаке, начинают вести себя неадекватно, сплошь и рядом теряют свое мужское достоинство, старых корешей. Кроме совершенно убийственного внешнего вида, каждая женщина обладает направленным взрывом капризов огромной опустошающей силы. После ее атаки начисто уничтожаются все денежные знаки в карманах и плохо защищенных заначках. Извините. Современная женщина состоит из лицевой части, ходовой части, башни, отказника и фюзеляжа. Общеизвестно, что во время Великой Отечественной войны немцев неоднократно пугал вой наших «Катюш». Но далеко не все знают, что не всегда это были реактивные минометы, друзья мои. Извините. В боевых условиях женщина активно пользуется камуфляжной раскраской. Две яркие полоски на губах. Обычно красные, синеватые веки, обычно синие, перламутровые красных тень. Все это говорит о том, что женщина находится в полной боевой готовности. В состоянии временной консервации окраска смывается, а волосы наматываются на продолговатые гильзы длиной 5-6 сантиметров примерно. В милое время женщины без чехлов проводятся по главной площади населенного пункта под бравурную музыку, друзья мои. Нельзя ни в коем случае наводить даже холостую женщину на людей, животных и жилые объекты. Наиболее взрывоопасные женщины складируются в специальных общежитиях по 4 боекомплекта в комнате. Женщину, взведенную на боевой режим, необходимо переместить в отдельное складское помещение во избежание детонации других женщин. Для приведения ее в боевую готовность необходима ее дозаправка конфетами, икрой, а также жидким, но сухим топливом. Жидким, безусловно, но сухим. Извините, пожалуйста.
Добрый день. В ответ на развертывание американцами системы противоракетной обороны Россия пригрозила вывести на околоземную орбиту женщин цыганской национальности, которые будут ловить все, что плохо летит, а также воровать лошадиные силы и космических аппаратов. Вследствие чего их астронавты будут вынуждены добираться к себе в США автостопом. А их шаттлы будут продаваться у нас на черкизовском рынке по 200 рублей кучка. За увешение хочу заметить, что отрадно наблюдать, как все больше женщин призывного возраста предпочитает нелегкие армейские будни альтернативную службу по брачному контракту. Спасибо за внимание. Приходит к доктору фермер. Доктор говорит: слушаю вас. Да, у меня все нормально, вы знаете, с женой проблема. Последнее время какая-то депрессия постоянно у нее. Она плачет, она раздражается постоянно. Ну, тогда вопрос такой, несколько интимного характера. Как давно вы были с женой? Ну, как с женой, вы меня понимаете? О, я не помню, давно это было. У меня сейчас страда, я в поле, мне некогда, жена там, я не успеваю никак. Говорю: не, ну так нельзя, это жена, это женщина, вы должны как-то так. Ну а когда у меня нет времени вообще? Вы далеко у вас поле находится от фермы? Ну, километра полтора. Я вам посоветую, сделайте так. Если вы хотите, чтобы жена вам, к вам пришла, берете ружье, стреляете вверх, она услышит, придет к вам, ну и вы там с ней. Заодно и покушайте, так что давайте, все. Гениально! Уходит, приходит через 2 недели, весь в слезах. Он говорит: ну что, помог мой совет? Говорит: да вы знаете, сначала все было нормально, и жена была довольна. Потом начался охотничий сезон, больше я ее не видел. Муж возвращается из командировки, заходит к себе домой, заходит в спальню и видит совершенно ужасающую картину. Его жена в постели с любовником. Все усложняется еще и тем, что любовник его лучший закадычный друг. В состоянии аффекта он бежит на кухню, берет огромный кухонный нож, с разбегу втыкает любовнику в спину, тот падает замертво. Жена ему говорит: Коля, ты так вообще без друзей останешься. Мужик купил себе корову, кормил, поил, пора подумать о потомстве, о телятах. Где-то по интернету нашел племенного быка, приводит быка, бык подходит к корове по всем правилам говяжьего съема, я бы так сказал. Подходит вот так мне как-то, он знает, как подходить, корова садится, вот так делает копыта и говорит: ну не хочет общаться она никак. Он и так, так, не первый раз у него не получилось, она: ну никак. Ну что, он приходит к ветеринару, говорит: взял корову, бык подходит к ней, и так, и сяк, ничего не получается, не хочет корова ни с кем и никак. Ветеринар говорит: в Рязани брал? Да, как вы догадались? У меня жена с Рязани. Человек поехал на рынок, продал последнюю лошадь, купил бутылку шампанского, решил сам ее выпить. Быстренько побежал домой, спрятал соломину крышу ее, выгнал из гнезда стрижа. А ну пошел отсюда, халявщик пернатый! Замаскировал бутылочку и ждет, пока все уснут. Вот все уже спят, как ему кажется. Он перекидывает ногу через жену, чтобы выйти на улицу. Жена понимает это по-своему. Ты куда полез, ты, Дон Жуан кривоногий?
О, деловой, то лежит как памятник по полгода, тут ему приспичило. Ляг, успокойся, еще маленький не спит. Он лег, успокоился. Минут через 15 вторая попытка. Слухай, Казанову лопухи, ты мене удивляешься. Чи ты Виагры обожався вместо винегрета, чи шо что? Ляг, успокойся, старший еще глазами блимает. Он лег, успокоился. Минут через 40, чтобы наверняка, перекидывает ногу, все получается, все спят, как ему кажется. Он выходит на улицу, закрывает дверь, украинская ночь, сверчки, звезды, красота. Он бутылочку туда. Первый раз дебют у него. Там газы же накопились. Пробка ушла, как СС-300 в небо туда. Ворона упала с дерева, она спала, аж не ожидала. А в это время в хате самый маленький. У то мама, если вы не выпендрювались, батько бля застрелил. Муж приходит с работы, уставший, замученный. Дома чистота, как никогда. Стол уже накрыт. Жена какие-то бантики себе забацала. Такая, как на подиуме у нее раскраска такая. Никогда в жизни не было такого. Он говорит, что случилось? Она говорит, Сергей, с этого дня начинаем жить по принципу рыночной экономики. Сегодня у нас все стоит денег. Приближаемся к Европе, так что подтягиваемся. В частности, ужин 50 рублей. Согласись, недорого. Пожалуйста, здесь гречневая каша и ливерная колбаса. Угощайся, все есть. Ну и вот так вот. Он дал 50 рублей, поел. А пуговицу надо мне там 30 рублей золотой мне. Дал, решила пуговицу. Ложатся спать, она говорит, ну а здесь, если что-то вдруг будет желание, 100 рублей. Говорит, ну у меня только 70. Лег, уснул. Ночью слышишь, шебуршится что такое. Что-то. Он просыпается, жена стоит в сумочке у себя что-то ищет. Говорит, Зина, что там ищешь? Она говорит, 30 рублей тебе занять.